практика тайм-менеджмента. Сегодня вспомним про студента одного итальянского университета по имени Франческо Чирилло. Дело было в конце прошлого века, в 1980 году. Наш Франческо усердно учился и каждый день выполнял домашние задания, приходя домой. А когда впереди замаячила очередная сессия, наш герой осознал, что совершенно не готов к экзаменам. Парень не понимал, почему оказался в такой ситуации, ведь в течение семестра он проводил за учебой немало времени. Чтобы найти ответ на этот вопрос, студент спросил себя, смогу ли я по-настоящему заниматься хотя бы 10 минут, чтобы цифры не были чем-то эфемерным. Франческо взял кухонный таймер в виде помидора и стал его использовать во время своих занятий. Так у методики и появилось свое название – помодорро. Месяц практики и временных экспериментов превратили опыт обычного студента в признанную всемирно известную технику. Зачем нам нужен метод помодорро? Чем он может нам помочь? В отличие от студента прошлого века, мы живем во время постоянных отвлечений, когда умение концентрироваться на одной задаче становится гораздо актуальнее. Помодорро помогает увеличивать продуктивность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. В чем суть? Промежутки рабочего процесса Франческо условно называл помидорами. Мы с вами теперь знаем почему. Один помидор равен 30 минутам. Из них 25 – это рабочее время, 5 – отдых. Перед тем, как включить таймер, подготовьте список всех задач, которые должны быть выполнены сегодня. Укажите приоритет для каждой, от наиболее важной к наименее важной. А давайте прямо сейчас придумаем себе помидор. Вот, например, отличный помидор – прочитать параграф и выделить главные мысли. Помните, звонок таймера скажет вам о том, что у вас есть 5 минут на отдых. Но не стоит сразу смотреть на следующую задачу или скроллить ленту в соцсетях. Просто расслабьтесь, потянитесь, пройдитесь, дайте своему мозгу немного отдохнуть. Когда время закончится, снова включайте таймер и погружайтесь в работу. После 4 выполненных помидоров нужно сделать перерыв длиной от 15 до 30 минут. Пользуйтесь.